Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Озон и Яндекс.Маркет. На Озоне купила вот такой вот шоколад Милка. Здесь килограмм и что-то около 300 рублей. То есть вообще отличненько, вообще нормально. Для чего он подойдет? Вкусный, кстати, мы уже на улице попробовали. Он был в коробке, мы его распаковали, коробку выкинули. Вкусно, на самом деле вкусно. Для тех, кто занимается вот чем-то таким кондитерским, я взяла и просто так поесть. Можно растопить формочки, залить детям. Но это выходит гораздо дешевле, чем брать, допустим, шоколад Милка шоколадка. Да? Целый килограмм, 300 с чем-то рублей. Вот такой вот он приходит. Можно откалывать, топить, делать какие-то десерты, мороженки и так далее. Пусть будет. Так, Яндекс.Маркет – это любимая серия «Лапочка», про которую много раз вам уже рассказывала. Она дешевле всего на Яндекс.Маркете, прям на порядок. Взяла те позиции, которые дешевле. Крем у меня запас вот заканчивается. Тоже две штучки взяла. Это детский крем Эмолент. Прямо от сухости, раздражений каких-то. Великолепная вещь. Вот просто великолепная. И на себе на взрослых проверили, и на крестюшке. Вот прям супер. Два крема, два вот таких средства. Одно вот было не запечатано, кстати. Детский крем-гель для купания. Составы покажу, кому интересно. Серия потрясающая. Вот лучше мы ничего не нашли. Вот состав. И вот таких вот два детских крем-мыло. Тоже как подмывашки, как пену для ванны. В общем, все отлично, все нормально. Ничего лучше не видела за такую цену. Вообще шикарно. Особенно крем Эмолент за такую цену. Это вообще что-то. Одна покупочка Озон, тоже Вернель, но уже вот такой вот Суприм, суперконцентрат. Хочу попробовать и больше экспериментов не проводить, потому что пока лучше Фаберлик нету. Он пришел вот такой, незапечатанный, то есть свободно открывается. Я открыла, понюхала. Здесь вот столько. И он даже жиже, чем Фаберлик. То есть такой прям водичка. Ну или приблизительно такой же. Поэтому не знаю, в чем тут суперконцентрат. Еще и роскошная мягкость. Буду пробовать. Аромат мне понравился. Очень понравился. Тот Вернель, он все-таки... Во-первых, аромат мне понравился Ксюшке предыдущей, да, в которой в покупках вам показывала. И вот прям мягкости от него все равно меньше, чем от кондиционеров Фаберлик. Попробую вот этот и больше не буду никаких экспериментов проводить. Потому что пока лучше не нашла. Еще одна покупочка Wildberries. Это швабра. Швабра с ведром от Easy Clean. Давайте скорее распаковывать. Так выглядит коробочка. Это швабра с отжимом, с автоматическим. Ручка регулируемая. Ведро 10 литров. Коробка, кстати, очень легкая. Вообще очень легкая, что классно на самом деле. Частота на 360, угол вращения швабры 360 градусов, что тоже на самом деле очень классно. Так, давайте распаковывать, собирать, смотреть. Так, что у нас тут еще по информации? А, кстати, насадки на швабру можно заказывать отдельно, поэтому проблем с этим не возникнет. Потому что, знаете, многие выпускают вот швабру, а потом насадку не найдешь. И ходишь, подбираешь, ищешь. Легко убирает пыль. Сейчас все с вами протестируем. Шерсть, волосы, прочий мусор. Насадка у нас с вами из микрофибры. Инструкция есть на коробочке подробная. Давайте открывать. Так все выглядит в коробочке. Мне что понравилось? Очень компактное ведро, девчонки. Оно высокое, но оно узкое, компактное. Не как вот эти делают огромные ведра, которые занимают просто кучу пространства, да, и в наших маленьких ваннах. Я такое не хотела. Это, во-первых. Во-вторых, девчонки, она гораздо дешевле аналогов. Она вообще очень дешево стоит. Поэтому это круто. Некоторые цены задирают, а здесь все демократично. Так, все, сейчас я все достану из коробки. Смотрите, какое классное ведро. Узенькое, очень удобное, красивое, Easy Clean. Маленькое, компактное, узкое. То есть везде, в принципе, можно поставить, везде влезет. И вот у нас с вами ручки. Здесь у нас с вами в ведре, вот, кстати, там насадочка, сейчас мы все достанем. У нас для полоскания отсек и отсек для отжима. Сейчас будем разбираться. Знаете, какой огромный плюс? То есть вообще без контакта рук с водой. Здесь есть отверстие, через которое мы с вами сливаем воду из ведра. Опять можно чистую залить, прополоскать, опять сливаем отсек, все. Ничего не надо выливать, все удобно. Руками воды мы вообще не касаемся, маникюр свой бережем, поэтому это тоже огромный плюс. Я сняла крышку, и что у нас здесь с вами внутри? Здесь у нас с вами сама вот эта нижняя часть от швабры. Так, здесь у нас с вами насадочка вот такая красивая, из микрофибры, мягенькая, здорово. Так. Сейчас будем собирать. Так, еще у нас здесь с вами, девчонки, что понравилось тоже, есть вот такой вот скребочек металлический, которым можно с насадки удалять
волосики. Вот так. Так, все. А, нет, еще что-то. Еще что-то. Бумажка какая-то. Благодарим за выбор, Изиклин. Так, и все. Вот у нас с вами такая штучка тут внизу, благодаря которой будет сливаться вода хорошо и до конца. Отверстия вот эти. Собираем швабру. А что еще из плюсов? Смотрите, заметила, сейчас буду надевать насадку. Она не только на липучке одевается, тряпочка, но она еще с одной стороны, видите, здесь три такие штучки, крепится, надевается вот на эти вот пластмассовые штучки. Штучки. В общем, это такая своеобразная защита от того, чтобы ваша тряпка не слетала, не отлеплялась, потому что, ну, в процессе использования липучки тоже они могут прийти там в негодность или еще что-то. Я вот это не люблю, потому что такие швабры очень часто делают так, что вот эта тряпка слетает, и это крайне неудобно. По поводу ручки, девчонки, я ее собрала. Она длинная, и еще один плюс, она телескопическая. То есть вот здесь у нас с вами есть зажим вверху, в самом, где ручка. Мы его открываем. Не очень удобно одной рукой, он такой крепенький. Сейчас откроем. Мы с вами зажим открыли, и можем ее раздвинуть еще длиннее. Что очень удобно, под любой рост регулируется. И вот эти детали между собой, они вкручиваются друг к другу. То есть, если вам длинновато, неудобно мыть, вы одну деталь просто можете не присоединять. Для мытья окон, девчонки, мне кажется, это вообще идеально. Вот просто идеально, любую длину себе. Хотите, сделайте коротенькую швабру, сразу швабру накрутите вот сюда на ручку. И мойте окна в свое удовольствие, вообще супер. Брала саму, так скажем, швабру. Вот как раз в эти пазики, на эти пазики надела ее. И оставшуюся часть прилепила. Все отлично держится. Прикручиваем. У нас здесь с вами не прикручивается, а вставляется до щелчка и выскакивает вот такая вот штучка, которая пластиковая, да? Все вставили, держится крепко. Сейчас будем наполнять ведро, мыть и тестировать. Налила воду со средством в отсек для мытья швабры. То есть здесь даже подписано, смотрите, wash and dry. То есть мытье у нас отсек, он побольше. Закрываем крышечку до щелчка. Все готово. И теперь берем саму швабру и опускаем ее в отсек для мытья вот таким образом. Вот она у нас погружается, вытаскиваем одной рукой, не очень удобно, вытаскиваем и теперь отжимаем вот таким же образом, вставляем. Она уже здесь идет гораздо плотнее, начинает сразу водичка стекать. Вот так вот, видите, сколько водички стекает. Таким образом можно несколько раз ее отжать. Вот эта штучка, она там шевелится. Так, и пробуем с вами. Начну с кухни. Швабра у нас телескопическая. Швабра у нас 360 градусов. И мне кажется, безумно удобно будет мыть вот возле плинтусов, в углах. Вот мне вот под этой батареей всегда неудобно мыть. А здесь прям красота. О, как здорово. Ой, как удобно. Даже под холодильник пролезает, смотрите. Вообще красота. Даже под холодильник у меня здесь она пролезает. Шикарно вообще. Туда у меня ни одна швабра еще не пролезала. Здорово, легко, классно. Воды практически после себя не оставляет. Очень хорошо отжимает. Вот влаги прям по минимуму. Прям по минимуму, по минимуму. Это на самом деле очень здорово. Видите, он блестит, влажный, но никаких луж, капель, ничего абсолютно нет. Классно. Давайте с вами теперь потестируем, как собирают. Ну, допустим, кофе у меня стоит как раз. Кофе еще в турке. И мы сейчас с вами посмотрим. Я ее полоскаю. Кстати, здесь такая расчесочка есть. Она ее прям расчесывает, снимает весь мусор. Расчесывается, да. Видите, полосочки. Очень здорово. Так, и сразу вот же. Ну-ка, убирай ручки, Крис. Сейчас мама отожмет швабру. Вот так. Опачки. Вот так, надо еще себе заказать насадочек. Так, все, сейчас проверим на кофе. Смотрите, кофеечек. У меня часто Крис что-то проливает, поэтому без такой швабры, ну никак. Отходи, малыш, отходи. Мама эксперименты проводит. Можно, знаете, даже попробовать с гущей. Сейчас ложку возьму. Сейчас возьму, посмотрим. Так, вот так вот, прям кофе-кофе. И берем швабру и пробуем. Ой, хорошо впитывает, слушайте, смотрите. Хорошо впитывает и мусор. Опачки. Вот. Шикарно, слушайте, шикарно. Ой, вообще здорово. Практически вот все собрал уже. Красота.
Так, у меня тут Крис на заднем плане с ведром балуется. Угу. Замечательно, слушайте. Мне очень удобно. Шикарно. Смотрите, она насадка все собрала. Отлично. Очень легко промывается, отжимается, она снова чистая. Я, кстати, поняла, что мне длинновато. Я одну штуку отсоединила, поэтому вообще, как вам нравится, сейчас покажу длину ее всю, как вам нравится, так и делайте под свой рост. Это очень удобно. Отжали как следует. Все, у нас насадочка опять идеально чистая. Еще посмотрим с вами под столом, да, вокруг ножек, углы. Ой, вот сюда она мне прям хорошо, идеально заходит. Ой, классно как, девчонки, слушайте. Возле ножек мебели прям вот так вообще отлично. У меня крестюшка когда есть, тут у меня всегда вакханалия. Поэтому прям шикарненько. Здорово. Прям вплотную вообще. Класс. Тут столько мусора из-под холодильника, когда собирал. Смотрите, она идеально под холодильник вообще заходит. Просто идеально. Отличненько. И здесь... Еще очень понравилось, знаете, что под диван она мне пролезает. Потому что, когда у меня робот ездит, пылесосит, конечно, он мелкий мусор может под диван загонять. Поэтому вообще здорово. Вот прям под диван она у меня хорошо заходит. Весь мусор оттуда достаю. Здорово. Пала и помыла, вошла во вкус. Мне так понравилось. Теперь мы с вами должны слить ведро. Для этого нам нужно вот эту заглушечку вытащить. Опа! Легко это делается. И все, и наша водичка сливается. Смотрите, сколько грязи под мебелью насобирала. В ванной, под машинкой. Везде она у меня пролезла. И вот столько насобирала грязи. Вот, отличненько. Все. Достекает последнее. И у нас с вами вода слилась. Отлично. Слушайте, ну мне очень понравилось, прям здорово. Удобно хранить, удобно пользоваться. Я уже и местечко присмотрела, где оно у меня компактно встанет. Вообще замечательно. Это ведро, за счет того, что оно узкое, оно тоже, вот можно под ванну его убрать. Вообще за экран свободно. Просто прекрасно. И сама она мало места занимает. Шикарно. Посмотреть весь ассортимент можно у них на сайте sobakaeasy.clean.ru. Оставлю обязательно все контакты, оставлю обязательно ссылки. Подписывайтесь. У них проходят часто розыгрыши, они подарки, да, даже. Так что вся информация полезная будет в инфобоксе. Купочки Wildberries. Девчонки, повторяю уже покупку вот таких вот губок. Серые, черные, лаконичные, которые в глаза не бросаются. Обычные, стандартные губки. Цена вопроса там вообще никакая. За 10 штук беру всегда самые дешевые, которые есть в наличии. Отличные губки. И смотрятся они очень стильно. Терпеть не могу сейчас вот эти разноцветные. Поэтому повторила. Так, что у нас здесь дальше? Дальше заказала удобрение для своей рассады, для томатов. Вот в таком пакете пришла зола древесная. Даже подписали. Смотрите, 1 килограмм. Буду добавлять, когда буду их пересаживать. А может быть и в водичке разведу. Сейчас немножко подкормлю. И еще одно удобрение. Не помню, как называется, но оно пришло вот в такой коробке. Сейчас распечатаем. Так, вот оно, удобрение. Долго выбирала, смотрела, читала отзывы. Решила взять все-таки вот такую. Мочевина. Что за бренд? Не знаю. Наверное, вот этот. Фетрика. Фетрика Классик. Я вообще в этом, девчонки, профан, поэтому всегда советую с вами в Телеграм. Здесь у нас с вами 1 килограмм. Оно какое-то крупногранулированное, если я не ошибаюсь. Внимательно прочитать перед применением. Общие требования безопасности, вымыть лицо и руки водой и мылом после применения. Ничего себе, представляете, ядом, что ли, будем ставить наши помидоры. Рекомендации по применению. Эффективное повышение урожайности. Нормы. Внесение. При перекопке почвы. Я не хочу при перекопке, я хочу для рассады. Сейчас поищу, как применяется. И хочу немножко подкормить. Вот такой вот интересный вариант. Взяла пока килограмм, посмотрим. Ну и на этом все. Мои хорошие, ссылочки все под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.